тачек, ради бабок, ради баб. Как и прежде, братья тащит, но не в ящик, Инга Клаб. Мы разбудим, сука, спящих, прокачаем тебе сап. Как и прежде, настоящий, как и прежде, настоящий. Бэйн, чили, чили, бэйн, бэйн, чили, чили, бэйн. Чили, чили, бэйн, бэйн, чили, чили, бэйн. Чили, чили, бэйн, бэйн, чили, чили, бэйн. Чили, чили, бэйн, бэйн, чили, чили. Побереги бубен, братан, веки буки на битах. Рэпа уха накидаю, пока таймер тик-тик-так. Бэйн, давит на чердак, и давитая среда. Бэйн, давит на чердак, черно-белых череда. Я там, где дикий юг, дикий драм, дикий грайм, там, где... Уважаемые посетители, сегодня мы начнем с того, что сломаем нахрен четвертую стену. Интерьер все равно требует обновления. Так вот, каждым уважающим себя фэнтези должна быть нежить, желательно скелеты. Они, как правило, очень разные, от могущественных личей до тормознутых костяных солдат. Злобное колдунство и черная тьма идут в комплекте. Наша любимая Ваха не исключение. Роль мертвецов здесь играют металлические ксеносы, некроны. Те еще твари, скажем прямо. Но даже среди них можно выделить совершенно особые экспонаты. К примеру, грабителя антиквара, известного как Тразин Неисчислимый. Факт номер один. Музей не сразу строился. Давным-давно, кажется, в прошлую пятницу, галактикой правила раса древних. Они строили межзвездные метро, создавали биологические виды, а еще смотрели на всех со значением. Но однажды в очковой зоне древних задышали конкуренты, худощавые ребята под названием Некронтир. У Некронтир, правда, выбор был скромным. Или геноцидить друг друга до победного конца, или найти себе врага внешнего. Война выдалась непростой, скажем так. Древние считали девочками по вызову даже время и пространство. И горе-завоеватели осознали, что откусили больше, чем могут проживать. Получая космических лещей, растеряв боевой дух, Некронтир отправили на фронт не мышонка, не лягушку, а неведому зверушку — Ктан. Нечто вроде космических богов-вампиров, которые любили жрать звезды. Ктаны и сами были не лыком шиты. Им удалось обвести союзников вокруг пальца. В результате случился так называемый биоперенос. Все до единого Некронтир превратились в бездушных роботов, а прожорливые боги схомячили их жизненную энергию. Видать, души союзников оказались повкуснее, чем разогретая плазма. Став нежитью, Некронтир малость офигели, устроили ктанам ночь длинных ножей, а после этого залегли в спячку длиной в 65 миллионов лет. Факт номер два. Кому смерть, кому сон... Кому экскурсия? Ни одного древнего до наших дней на свет не дожило. А железяки-некроны мочили врагов даже в сортире. Правда, вот биологического оружия после древних осталось еще на пару-тройку галактических кризисов. Во-первых, орки в девичестве крорки. Живучие, туповатые, плодовитые. В их руках стреляет даже докторская колбаса. Во-вторых, айльдари. Утонченные, хитрые и высокомерные, с энергией варпа на «ты». «Нафиг надо», — сказали некроны и затихарились под плинтусом, надеясь, что эти слизняки вымрут сами собой. Прошло 65 миллионов лет, и тихий час закончился. Кто-то умер, кто-то сошел с ума, иные сгорели в катаклизмах, скажем, если звезда рядом взорвалась. Но отборные дрочилы, которые в мясном виде были теми еще упырями, по закону бутерброда, конечно же, выжили. Это, к примеру, Сарех, царь всея нежити. Смотрим отдельный выпуск, да. А еще Арикан, поехавший предсказатель. И, конечно же, Тразин Неисчислимый, хитрожопости которого может позавидовать семья потомственных адвокатов. У Тразина есть хобби и много-премного свободного времени. А значит, настало время приключений. Факт номер три. Музейный смотритель, тертый калач. Тразин — персонаж столь же интересный, сколь и поехавший. Еще в бытность мешком из плоти и костей он уже сделал неплохую карьеру в Империи Некронов, захапав должность писца и главного архивариуса. По иронии судьбы,
Сейчас его воспоминания столь же цельные, сколь швейцарский сыр, по которому прошлись миноукладчиком. К примеру, Тразин думает, что его запихнули в биоперенос против его воли. А Арикан-предсказатель, злейший недруг Тразина, утверждает, что Несчислимый сам спешил в объятия шайтан-машины, теряя по дороге трусы и последние крошки совести. Кто из них прав, знает только хрен, ибо прошлое архивиста надежно зашифровано и закрыто даже от него самого. Впрочем, главное, Тразин все же сберег маниакальную тягу консервировать историю в виде музейных экспонатов. Для благородного дела Некрон приспособил целую планету, известную как Солимнос. Вернее, не планету, а сферу Дайсона, внешние слои которой состоят из нанороботов. По сравнению с этим, Звезда Смерти как индийский мотороллер под крылом истребителя. Рукотворный мир по большей части спит, но под его поверхностью, в тишине призматических залов, бродит милашка Тразин и его гоп-компания. Вокруг них тысячи, десятки тысяч существ, замороженных в стазисе. Технической стороной вопроса заведует архикриптек по кличке Саннет. Криптеки — это особая каста, которые настолько разбираются в некронских технологиях, что могут при случае посылать правителей фаэронов на три веселые буквы и при этом не огребать в ответ. Так вот, а наш музейный деятель держит своего криптека за шестерку и бывает даже говорит ему «фуй, нельзя!». А тяжесть метафорических яиц Тразина теперь представьте себе сами. Факт номер 4. Тразин сам себе экспонат. Ну, с планетой, допустим, разобрались, теперь давайте разберем ее хозяина. С виду Некрон как Некрон, морда торчком, глаза зеленые, сбоку посох. «Какой важный курица!» — подумает Ката Сикариус, расчехляя силовые грабли. И катастрофически ошибется. В той школе, где обучали кровавых воронов, Тразин преподавал. Поднимать на него клешню — это неоправданно сложный способ отправиться на тот свет или попасть к нему на выставку в роли экспоната, в экспозицию самых тупых дебилов, или же просто угодить в рабство. А возможно, все вместе и еще что похуже. Хитрожопого хозяина Солимнеса не просто так называют Несчислимым. Когда особо настырному клиенту получается ухлопать Некрона, тот, скрипя зубами, уходит на респаун. Рано или поздно до агрессора доходит, что он, по сути, воюет со всей местной шоблой, ибо Тразину проще пареного Грокса вселиться в любую кибернежить в округе. Рандомная железка за секунду приобретает характерные черты. И вот перед вами снова музейный смотритель. Смертельно опасный и злой, как невыспавшийся Гречин. Тразин увешан подарочками похлеще новогодней елки. Словно жидкий терминатор он может превращать в оружие собственное тело. Но Архивариус не любитель спарринга и поэтому использует эмпатический облитератор. Один взмах чудо-палкой, и у целого отряда оппонентов буквально срывает башню. Если же онную башню требуется не открутить, а захватить, на помощь приходят мозговые скоробеи. Знаете, крайне убедительная штука. Это мы еще не считаем легионов Тразина, его криптека, отряда лич-гвардейцев и легкого крейсера. Одного из милых корабликов типа САВ. Однажды пять таких «легких суденышек» в кавычках без смазки пенетрировали защиту Марса, и не сказать, чтобы это проникновение понравилось техножрецам. Факт номер 5. Музей велик, а подвал еще больше. Но давайте пока вернемся в призрачные галереи Солимнеса. Вот где у восхищенного туриста случился бы вывих челюсти. Больше нигде в галактике нет такого великолепия разнообразных диковин. Даже хранилище Терры сосут и причмокивают в сравнении. Дружище Тразин без преувеличения упоролся в хламину, составляя тематические диорамы. Вот взгляните, к примеру, на инсталляцию «Герой-воин с тиранидами». Да, те самые ветераны, которые, получив кодекс Астартес по жопе, включили голову и начали ею думать. Здесь же никто иной, как лорд Костелян Кади Урсаркар Крит. Подумать только, он стоит, а Кади... Нет.
А еще про него есть отдельный выпуск. По левую руку золоченый плейбой, он же кустодос. Наверное, особо неудачливый экземпляр, хотя, казалось бы, это звание прочно закрепили со стражем императорского толкана, братом, как его там, Геркулесом. По правую руку голова Себастьяна Тора, имперского святого, чей авторитет размером примерно с черную дыру в центре галактики, и так далее, и тому подобное. Если бы в глубины Солемнеса и в самом деле водили экскурсии, то на выходе остолбеневших паломников приходилось бы отпаивать валерьянкой. Потому что кроме бесчисленных героев и прочих огрызков истории, коллекция Тразина битком набита разными тварями. Как вам, дорогие паломники, инсталляция в виде заседания советников мира корабля Айльдарь? Хозяйственный Некрон собрал отличную коллекцию остроухих артефактов, кстати. Среди них святилище мирового духа экзодитов, хор певцов-строителей и целая труппа орликинов. В общем, плоскогрудки на самый извращенный вкус. Также спешите видеть орки из Горкоморки, Астарты с времен Ереси до нее, тираниды всех форм и размеров, гвардия в ушанках и без, а еще инквизитор с командой. Эти, правда, убежали, но Тразин терпелив, как мельтобомба. Найдутся. Каждый новый день меня обходится без драм. Дикий прайд, дикий прайс, дикий ранг. Раз на раз, тактика самурая, откат.